По меньшей мере 9 человек погибли, около 50 получили ранения в ливийском городе Бенгази. Столкновения армейского спецназа с исламистами начались тут прошлой ночью, когда экстремисты салафитской группировки «Ансар аш-Шария» обстреляли патруль спецназовцев, приблизившихся к их штаб-квартире. Стычка переросла в настоящее боевое сражение, в котором с обеих сторон используются крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Ливийская армия объявила здесь состояние чрезвычайной ситуации. Власти призвали жителей города не выходить на улицу. В Бенгази закрыты школы, офисы, магазины. Спустя 2 года после свержения Муаммара Каддафи новым властям не удается навести в Ливии порядок и взять под контроль отряды бывших ополченцев.